Добрый день, ребята. Итак, мы продолжаем с вами изучать английский язык по вашим учебникам Smiles. Откройте, пожалуйста, ваши Pupils Book на странице 108. И цель сегодняшнего занятия у нас с вами пополнить лексический запас новыми словами, закрепить их, запомнить, вспомнить грамматические формы «an», «some», «any» и научиться использовать эти слова в речи. Давайте попробуем выполнить упражнение 20. Итак, вам нужно сделать следующее задание. Дописать слова в данных текстах. Подсказками для написания текстов, для угадывания текстов послужат вам картинки. Например, вот море. Это изображены окошки. Это рыба. Это у нас планета какая-то. Это инопланетяне. И это костюм космонавта. Надеюсь, вы помните, как эти слова пишутся и произносятся. Выполните, пожалуйста, это задание самостоятельно, а потом сверитесь с моими ответами. Поставьте для этого видео на паузу. Итак, мы же продолжаем. Mark from Edinburgh. I would like to go on holiday under the sea. I want to stay in an underwater glass hotel with very big windows. Итак, я надеюсь, вы помните, что окно на английском языке window. Because I want to watch fish, sharks and whales. Eddie from London. My dream holiday is to go to space. I would like to choose which planet I want to visit and meet aliens. Two, I can wear my space suit on my holidays. Итак, let's check. Давайте проверим. Итак, у нас все верно. Итак, продолжаем делать. Упражнение 20. Теперь вам нужно послушать и проверить. Listen and check, please. I would like to go on holiday under the sea. I want to stay in underwater glass hotels with very big windows because I want to watch fish, sharks, and whales. Mark, Edinburgh. My dream holiday is to go to space. I would like to choose which planets I want to visit and meet aliens too. I can wear my spacesuit on my holidays. Ellie, London. Exercise 21. Written circle. Итак, 21 упражнение. Вам нужно прочитать и обвести в кружок вот таким же образом, как у вас в примере, тот вариант артикля, который вы считаете правильным. Сделайте сейчас, пожалуйста, упражнение самостоятельно. Поставьте видео на паузу, а потом продолжите смотреть видео и сверитесь, правильно ли вы сделали. Итак, мы же продолжаем. Hello everyone, I'm Zorpi and I'm from Mars. Would you like to come to my planet on holiday? It's very different to planet Earth. It has got any ocean, so you can't go swimming. But there are another things you can do. You can stay in a flying hotel in a spaceship. You can take a space car and visit Olympus Mons, the tallest mountain on Mars. Maybe you can even take an alien friend before you leave too. Итак, надеюсь, вы выполнили тоже все правильно, все верно. Сверились со мной и не допустили ни одной ошибки. Итак, мы же продолжаем. Talk with your friends, then write a blog entry about your dream holiday. Ну, рассказать своему другу будет, наверное, в данной ситуации проблематично, хотя вы делаете, можете это посредством социальных сетей или мессенджеров. Но написать маленький блог о ваших каникулах мечты вы можете самостоятельно. Итак, вот вам пример, как можно об этом написать. Итак, каникулы мечты, какие они, где они могут проходить и так далее. Я же вам предлагаю образцовый ответ. Tanya from Almaty.
My dream holiday is to go to the moon. I would like to stay in space stations with very big windows to watch the stars, comets and spaceships. Итак, вот, например, Дания из Алматы, она говорит, что мои каникулы мечты – это полететь на Луну. Она хотела бы там остановиться на космической станции с очень большими окнами, чтобы смотреть на звезды, кометы и космические корабли. Вот подобное вы можете написать в своем маленькое эссе, свой блог, как вот по типу у Дании. Окей, мы же продолжаем. Итак, let's sing. Мы с вами любим петь песни, и я предлагаю вам разучить новую песню на английском языке. Давайте послушаем. Oh, what a great world this will be when we can go on holidays under the sea. We'll spend the night in glass hotels and sleep in beds like big seashells. In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? The world will be a brilliant place when we can holiday in outer space. We'll have a barbecue on Mars and fly around in cool space cars. In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? Данная песня вам понравилась. Oh, what a great world this will be when we can go on holidays under the sea. We'll spend the night in glass hotels and sleep in beds like big seashells. In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? Послушали песню, посмотрели мини-видео по этой же песне. Надеюсь, она вам понравилась. А теперь давайте подумаем. Итак, Thinking Cap. Read and write the audience names. Итак, давайте подумаем о том, какие слова нам нужно поставить, какие имена нам нужно поставить, как зовут каждого из инопланетян. Окей. Давайте вы самостоятельно это сделаете, а потом проверите
правильно ли у вас все получилось. Для этого поставьте видео на паузу, а потом продолжите просмотр. The other friend are going to the beach. One gets excited because he likes swimming underwater, but Dello isn't very happy because he gets very hot. Yontis got her swimsuit and some sunscreen. Fluga is wearing sunglasses and she's ready to take lots of photos from their trip to the beach. Итак, I think the first one is Dello. Number two, Bongo. Number three, Fluga. Number four, Yonta. Let's check. Итак, у меня все получилось правильно. Надеюсь, у вас тоже. Итак, вы можете draw a picture of your own alien at the beach and write a short description. Вы можете нарисовать своего собственного инопланетянина на пляже и написать короткое описание. Например, вот такое. Dango is wearing sunglasses. He is excited because he likes fishing. Okay. Thank you. Итак, надеюсь, данная история вам понравилась. Давайте теперь дадим ей название этой песни и самой ситуации. Итак. Read the song again and choose the best title. Какое бы вы выбрали название для этой песни? Holidays are fun, future holidays, summer holidays. Итак, выберите, пожалуйста, самостоятельно, а потом мы с вами сверимся. Я же выбираю future holidays. Let's check. Окей, все верно. На этом наш урок завершен. The lesson is over. Thank you very much. Goodbye.